Изначально это был проект на тему бодипозитив – уроки стиля для женщин с пышными формами. Но уже во втором сезоне на кастинг стали приходить откровенно стройные участницы, а потому к сезону третьему решили скорректировать название. Мы расширили рамки для участниц, мы не ограничиваемся. В третьем проекте мы убрали вот этот плюс, и модель X у нас теперь будет. X как неизвестно. И интересно даже показать, вот женщина 42 размера, и вот женщина 62 размера, да, и как можно одинаково привлекательно выглядеть. Поэтому это, в принципе, для всех женщин, которые хотят как-то изменить свою жизнь, изменить гардероб, чтобы они отличали там дневной макияж от вечернего, чтобы они понимали, какие аксессуары можно днем, вечером носить. Когда недостаточно средств, каждый раз на новый наряд, наши специалисты научат, как с помощью нескольких там платочков, шарфиков, имея просто черную водолазку, можно создать несколько разных образов, и можно пойти на работу и также на какую-то вечеринку. У нас, конечно, есть дефиле, у нас есть в этом проекте обучение, как правильно держать спину, как правильно мышцы, да, подготовить к красивой походке. Ну, кажется, что это очень все обычно, и все должны знать. Но, к сожалению, умные женщины, самодостаточные, очень хорошо образованные, часто этим просто вопросом не задавались. Просто не хватало на себя времени. Знаете, у нас ведь воспитывали так, что важнее внутренняя красота, а внешняя, это уже второстепенно. Я вижу, как меняются женщины. Вижу, как они становятся более счастливыми, открытыми. Мне очень нравится вот это сравнение, да, зернышко заронили в женскую душу, и она уже будет во всем потоке информации, которая на нас льется из разных источников, просто научит разбираться и понимать, что вот этот цвет не мой, он меня старит, да, вот этот меня полнит. Ну, как-то просто элементарные вещи учим. Просто вот такая азбука, что ли, ухода за собой, за своим внешним видом. Третий сезон проекта «Модель X» должен был стартовать в начале апреля. Но случилось то, что случилось, и дату старта пришлось перенести. Могу сказать, что не только внешний вид меняется, но и умение самопрезентации, да, провести. Теперь это опять стало важно, да, когда там идут сокращения, когда надо там искать новую работу, может быть, менять профессию. Мне кажется, прошло время, мы сейчас обновляемся, мы принимаем новые условия жизни и работы. И сейчас мы готовы кастинги видео проводить. Мы обновили лицензию, мы провели проверку на топ-образование. Мы теперь можем опять хвалиться своей лицензией. И мы вот готовы отсматривать, как только нам дадут добро выйти в живую работу, и так мы сразу выйдем. Вместе с участницами курс лекций и практических занятий будет проходить съемочная группа Beauty Time. А пока следим за кастингами на онлайн-площадках имидж-клуба «Светлана».